Ну что, Кирилл, на море? На море. Поехали? Поехали. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Краснодар. Вот она, сколько нам ехать? Да немного, 1400 километров. Ого, это так много. Потом это сколько по времени? Ну, часов 15. Итак, в этом году мы едем в Витязево. Сегодня мы остановимся в Краснодаре, чтобы переночевать, а завтра мы уже доедем до моря. Путь нам предстоит не близкий, приедем уже ночью. Сегодня мы проедем 6 регионов. Московская область, Тульская область, Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область и Краснодарский край. Долгая, утомительная. Зато можно почитать, посмотреть мультфильмы, как следует выспаться и изучить материалы по предстоящим экскурсиям. Ну конечно, впереди столько всего интересного. Чтобы обо всем вам рассказать, нужно как следует подготовиться. А поужинаем мы сегодня в Памбончике. Вот такой сегодня у нас стол. Это борщ. Сейчас я его попробую. Это почти как в школе. Чуть-чуть похож на школе. У меня чебурек и салат цезарь. Я сейчас все съем. Какие же здесь вкусные пончики. Итак, мы проехали уже больше 900 километров. Примерно через 5 часов мы будем в Краснодаре. Это я ночью. Мы приехали в отель. Завтра доедем. Ура! Вот мы приехали в отель в Краснодарском крае. Ну что, Кирилл, выспался? Да. Готов ехать? Да. Ну тогда поехали. Сегодня нам осталось ехать 200 километров. Это примерно 3 часа.
Спасибо, Кирилл, за хороший отдых. На часах 00, я старше, надо, ты пришел в мой день, значит, надо бы собрать друзей. Фух, наконец-то добрались. Мы в Витязево. Вот. Ничего себе, как корабль этот держится-то. Кстати, этот отель называется «Санаторий Парус». И сейчас мы будем заселяться в третий корпус. Этот отдых был по-настоящему незабываемый. Как говорится, вырваться на море, а потом хоть потоп. Но ждать у моря погоды – это совсем не про нас. Мы побывали в Новороссийске, Керчи, Анапе. Узнали о подвигах воинов Малой Земли от Джумушкая и Ильтигена. Прокатились по озеру Абрау. Искупались в соляном озере Чукрак. Кормили рыбок и голубей. Завели новых друзей, веселились и танцевали до упаду. Прикоснулись к тайнам древнего Пантикопея и Гаргипии. Купались, ныряли, сгорали, строили песчаные города. Осваивали новые профессии. Занимались спортом. Нас посвящали в рыцари. Мы мазались в грязи, краски и пене. И взлетали под самые облака. Все это и даже больше вы увидите в моих выпусках. А еще я вам обязательно покажу полный обзор нашего отеля. Итак, жизнь Платона, морской сезон, все только начинается.
Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. На встречу приключениям!